На подиуме парада моды на Кировке в этом году показали 12 коллекций, которые представили более 100 моделей от 4 до 55 лет. Темой дефиле стал кинематограф. Тему этого парада мы выбрали тему кино. Либо постановка была на музыку из фильма, либо сюжет мы брали из кинофильмов. Для многих очень зрителей были узнаваемые фильмы для разных поколений. Ну а новое — это всегда сама мода. Каждый год мы показываем новые коллекции. Эти коллекции получены в конце августа. Креативная подача коллекции вовлекла в процесс даже людей, далеких от моды. К дыму, снегу и другим спецэффектам присоединился дождь, хоть он и не был заявлен в сценарии. Сегодня был один из самых экстремальных показов в жизни. Мы выходили в дождь, но нам еще повезло, девчонок там больше помочило. И в нижнем белье в сентябре в дождь в Челябинске. Дом моды «Фортуна» представил комплекты в привычном для себя жанре – «Family Look». Сегодня мы выступаем, Дом моды «Фортуна», выступаем с фэшн-показом коллекции «Family Look». Это семейная мода, семейный показ, и нам очень нравится, что сейчас все больше и больше идет тенденция именно одеваться красиво полностью семьей. Бабушка, допустим, мама с папой, дети, то есть, представляете, три поколения, которые задействованы в этом фэшн-проекте, да, «Family Look». Когда выходишь с семьей, это вообще такая поддержка, потому что Family Look — это вообще такой уникальный семейный стиль, который подчеркивает или даже олицетворяет единство, вот гармоничность, сплоченность семьи. И в данном случае дети, наоборот, не мешают, они помогают. В последнее время достаточно много различных показов, но этот отличается именно тем, что он объединяет, показывает свои семейные традиции. И мне кажется, каждая семья должна иметь какую-то коллекцию. Даже не то, что должна, если в каждой семье есть какая-то коллекция, объединяющая всех, то это и классно, и здорово, и весело, и интересно. Шубы и нижнее белье, семейный, деловой и спортивный гардероб и даже современная спецодежда – все это наполнило стильными эмоциями как зрителей, так и участников парада. После увиденного возникает желание не только пополнить гардероб, но и пересмотреть знакомые фильмы.